Всем привет, это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Надеюсь, это видео будет интересным и полезным. Я бегала прямо неделями, пошла вот эти краски для Хэллоуина, которые где-то продаются, вот эта основа не в виде тыковки, а в виде такой ведьминской шляпки. В общем, мне было страшно и интересно. И буквально вчера я наткнулась совершенно случайно, между прочим, с помощью консультанта-продавца, потому что они как-то незаметно висели, я искала шляпы, шляп не было, я говорю, а где у вас краски? Они говорят, ну вот они, они были, в общем, в тыквах. И я так впечатлилась, что схватила сразу 5, но это не все для себя, мы будем делать Хэллоуин праздник визажистов, а этой акции я оставлю ссылочку в правом верхнем углу, и мы приглашаем в Ангарске и в Иркутске всех, кто хочет сделать потрясающую съемку в старинном интерьере, с дымом, паутинами, в общем, вот в таких вот нестандартных гримах. Пишите, обращайтесь, ссылочку я оставлю под видео. Оптимальный вариант, наверное, все-таки либо в Фейсбуке, либо в Одноклассниках. Значит, переходим непосредственно к качеству товара. Это не акварель, это грим. Примерно около 30-40 минут назад я нанесла это на руку. И хочу показать, как бы, что он достаточно качественный. Запаха какого-то неприятного, там, прогорклого и так далее нет. Но... Как раз вот причина, по которой вы открыли это видео и скажете мне спасибо, значит, смотрите что, в чем проблемка. Вот такая, значит, тыковка, да, вот так это выглядит, когда вы это только покупаете. Значит, нужно аккуратненько вырезать ее ножницами, потому что вот эта прозрачная штука, она и будет крышкой. Но крышка не защелкивается, я вот так вот с помощью резинки тоже из фикс-прайса ее закрыла. Но именно по этой же причине это пересохнет все, ребята. Причем пересохнет благополучно и быстро. В общем, один раз всем намазаться в семье, нормально, похохотать, пофотографироваться, но не более того. Поэтому я буду разыгрывать вот эти вот все красивые краски. И на своем канале, и в других социальных сетях, пожалуйста, делитесь. Это такой самый настоящий giveaway для ангарчан. И для тех, кто придет на нашу акцию. Надеюсь, это было интересным и полезным. Я уберегла вас от ненужных покупок, потому что если бы я знала, как это открывается, уважаемые многосотенотысячные феи, собирающие про сказки, там, про фикс-прайс, просмотры, вот если бы вы показали, это было бы гораздо полезнее. Ну, я думаю, что в качестве подарочка получить такое перед праздником, тут вам, пожалуйста, и белое, и черная краска и грим свежая, еще раз повторяю, все красиво, все хорошо, но это такая разовая история, и, ну, может быть, если я вдруг запакую это в полиэтилен, это как-то меньше пересохнет, но факт остается фактом. Вообще срок годности написан, по-моему, года 3. Вот здесь показано, что можно все это нарисовать. Вы видите, краска не впитывается. Да, это все можно нарисовать. То есть, если акварельная основа... Сейчас, секунду. Если основа акварельная, то, конечно, можно разбавить водой. Если гримовая, то это пересохнет и будет как обяка. Ну, в общем, поработаем, попробуем. Пожалуйста, записывайтесь, все, кому это интересно. Вообще, у меня куча гримов, и сейчас идут новые. И вообще, впереди очень-очень много интересного. Всем всего хорошего!